В 2015 году мы приехали. Мы выехали после тяжелой бомбардировки, то есть мы выехали непосредственно из зоны проведения прямого обстрела. У нас 4 месяца проводилось наши обстрелы, и мы как бы собрались этим. В Мелитополе, получается, мы уже 5 лет. Хотелось надеяться, верить, что мы когда-нибудь получим свое жилье. И, наконец-то, мечта сбывается, называется. Где до этого жили? Город Докучаев, Донецкая область. У нас, получается, город находится на линии разграничения, то есть на самой передовой. Угу. А до сих пор там продолжаются. А в Мелитополе где жили? В Мелитополе где вы жили до этого? Где мы только не жили. Мы поменяли 5 или 6 адресов, путешествуем, кочуем, как по пустыне, по всему городу. Ищете лучшие условия, либо более лояльную оплату? По-всякому получается. 3 квартиры из-под нас просто продали. То есть, как бы, получается и так. И условия тоже, и тоже требования. Хозяевам не всегда нравится, когда многодетные семьи. То есть, проблематично жильё.